Алло, скорая. Здравствуйте. Здравствуйте. А это старший врач? Да, Грибок. Здравствуйте, Маша Милякельник. Игорь Григорьевич, я начальник изолятора временного содержания на Крестина, так? Значит, смотрите, у меня только что был, у нас находятся две бригады ваши, так? Вот. Вы слышите меня, да? Да, слышу. Я сейчас, у меня был разговор с врачами. Я вам хочу сказать, ну, мягко так, что это врачи не совсем благонадежны, и они здесь не должны находиться. Если можно, уберите их, пожалуйста, отсюда. Они несут обуство и не туда, куда надо. Как это понять? Объясните, пожалуйста. В чем мне неблагонадежность? Сочувствую, задерживаю. Ну, это нормально, но они же медработники. Это нормально? Как ну, медработники. Ну, как они могут не сочувствовать? Нет, нет, стоп, стоп, мы немножко не то. Мы не о раненых человека говорим с вами. О новостях и так далее. Хорошо, я вас услышал. А как вас фамилия? Мне надо звонить на министерство туда. Как вас фамилия? Моя фамилия как Грибок, Мария Александровна. Грибок, Мария Минутку, Александровна. Минутку, минутку. Нет, минутку, я с заведующей поговорю. Голос на меня не повышайте. Я не повышаю, да ради бога. Ваших врачей. Я сейчас с заведующей поговорю по этому вопросу. За одну минуту. Ну. Начальник изолятора на Ну, да, 103 вызывать будем еще. Минуту. Не, мне некогда, мы принимаем решение. Ну, вот доктор второй мне говорит, вот только что бригада повезла. Двоих тяжелых больных, один в судороге. Так как мне... Таких вопросов нету, у нас есть две бригады, которые 602, еще какая-то 212. Ну, так они и осматривают. Все, всего хорошего, мы приняли решение сами. Добро, я вам, Грибов Мария Александровна. Да, пошла заведующая, доложит главному врачу вашу информацию. Давайте, хорошо, спасибо.